Когда он вернулся с фронта уже в 1946 году, он сделал первую пересадку сердца легкие собаки. Набор хирургических инструментов начала 20 века, аппарат искусственного кровообращения, автожектор, редкие документы и фотографии. Выставка, посвященная истории передовых медицинских технологий, наглядно демонстрирует, какой большой вклад внесли советские и российские врачи как в развитие медицинской науки, так и в преодоление очень серьезных эпидемиологических угроз. Большая часть выставки посвящена такой медицинской отрасли, как хирургия, и в том числе отдельного сегмента трансплантологии. Кстати, 18 июля исполняется 105 лет со дня рождения Владимира Петровича Демихова, признанного основателя этой медицинской дисциплины. Владимир Демихов – выдающийся хирург, основоположник российской мировой трансплантологии. В далеком 1946-м он впервые в мире успешно пересадил собаке сердце, а вскоре смог полностью заменить сердечно-легочный комплекс, что стало мировой сенсацией. Его медицинские успехи доказали возможность проведения подобной операции и на человеке. Сегодня только в России живет 17 тысяч человек с пересаженными органами, рассказали на круглом столе, посвященном истории медицины. При этом цифры могли бы быть значительно выше. Знаю, что в сфере развития трансплантологии наша страна, к сожалению, не занимает сегодня тех позиций, на которые вполне могла бы претендовать. При том, что в России есть несколько авторитетных научных центров в этой области, накоплен практический опыт, создан теоретический задел. Проблема кроется в недостатке медицинского просвещения, отсутствие необходимых каналов коммуникации. В ходе круглого стола президент научно-исследовательского института скорой помощи имени Склифосовского предложил создать просветительский фонд помощи больным, нуждающимся в трансплантации. Назвали фонд «Наши люди». Сегодня мы отстаем не в технике хирургии. Российские хирурги, они всегда были в мире известны. Мы не отстаем в технике хирургии, мы не отстаем в качестве операции. Мы не отстаем в постановке диагноза и показаний вовремя, но мы отстаем от мирового сообщества ведущих стран мира, отстаем по количеству трансплантаций на 1 миллион населения. Почему сегодня вопрос встал о том, что надо создать фонд оказания помощи больных, нуждающихся в трансплантации, больным после трансплантации? Современная трансплантология находится под пристальным контролем государства. Каждый пациент, которому выполнена пересадка органа, вносится в федеральный реестр, и в течение всей жизни его судьба отслеживается бригадой врачей. Но именно плохая информированность граждан не дает должным образом продвигаться отечественной трансплантологии, уверены медики. На первом месте в мире по количеству пересадок на миллион населения находится Испания. И знаете почему? Потому что это очень верующие люди, и церковь активно включилась. И сам Папа Римский, Иоанн II, сказал, у входа в каждый костел есть такая надпись: не берите с собой свои органы наверх, они вам там не пригодятся. По данным социального опроса, 61% россиян сегодня не согласны завещать свои органы после смерти. 40% уверены, что существует рынок органов, на котором орудуют черные трансплантологи. Высокотехнологичная медицинская помощь, которая может потребоваться каждому человеку, воспринимается порой через призму недоверия и непонимания. Создана такая информационная платформа «Рустрансплант», где ежедневно присутствует и заходит тысячи людей, причем не только живущих в нашей стране, но и за рубежом. Предполагается привлечение работников искусства, поэтов, художников, кинооператоров. Предполагается такая интеграция в культурный фонд, безусловно. Популяризация в метро, площадки города, где размещались бы корректные рекламные щиты, которые перестали бы пугать людей и правильно информировали их о донорстве, о трансплантации. Завершая круглый стол, Сергей Нарышкин еще раз поддержал идею создания фонда и предложил сформулировать конкретные предложения для дополнения нормативной базы, которые в последующем будут переданы правительству. Служба информации фонда «История Отечества».